вслед за Китаем и Россия намерена законодательно запретить своим авиакомпаниям оплачивать европейские квоты на выброс парниковых газов. С 1 января все авиакомпании мира, летающие над ЕС, включены в европейскую систему торговли квотами на выбросы. Недовольны этим и сами европейцы. В воскресенье целый ряд крупнейших компаний отправили письмо премьер-министрам стран-основателей Аэробуса. По мнению перевозчиков, этот фактический налог ударит по бизнесу и по рабочим местам. Система торговли квотами на выброс парниковых газов действует уже несколько лет и первоначально предназначалась для заводов и фабрик. С этого года в нее должны быть включены авиакомпании. Причем не европейским перевозчикам, летающим в ЕС, придется платить и за топливо, сожженное вне Европы. В прошлый четверг глава EADS Луи Галуа заявил, что возмущение Пекина этим было столь велико, что Китай заморозил контракт на поставку 45 аэробусов, из которых 10 – новейшие двухпалубные А380. На кону 9 миллиардов евро. Американская ассоциация воздушного транспорта и вовсе подала судебный иск, в котором подчеркивается, что включение неевропейских перевозчиков в систему квот противоречит международному воздушному праву. В цифрах речь идет о том, что компаниям придется платить за 15% годовых выбросов СО2. За это пассажиру придется доплатить за билет от 2 до 12 евро. Российские авиаперевозчики оценивают свои потери в 20-25 миллиардов в год. И это лишь первоначальные оценки. В дальнейшем все эти суммы будут только расти. По данным ученых, самолеты поставляют в атмосферу около 3% парниковых газов. Авиаперевозчики заявляют, что деньги, которые пойдут на европейский налог, могли быть и потрачены на разработку новых двигателей и внедрение нового топлива, что гораздо эффективнее сократило бы выбросы. Еврокомиссия, однако, стоит на своем. В пятницу министры подтвердили свою приверженность системе торговли квотами и заявили, что отказников ждут последствия и санкции.